чисто для своих делаю. Кто я? Легкая. У нас чемпион на легкой. Команде повезло. You say I am. So why would I say I am? Получается варлок, получается белка, да? Ага. Хочу на героя, ребята, с большой волыны поиграть. Есть идеи, кого я выбрал? Мне в команде прыгать вперед еще некому, да? Ага, ага. Сайленсер. Это коровый сайленсер, что ли? Ёпарас, это корсала. Это сильно плотно. Плотно сильно. Врейс Кинг. Ага, ага. Бам! Поехали. Свен. Так, Варкрай дает футы. Так. По умолчанию. Базовый герой уменьшен, каждый единица силы приносит доп бонус к урону. Врожденка. Атаки героя носят на 17% больше урона по оглушенным. И сколько у меня урона? 63 с этой штукой. До постижения базового на 20, доп урона за очко силы. Так это же имба какая-то, нет? Поехали. Оглушите хотя бы... Оп, физурон успел переключиться, да? Квест на 3 звездочки давай. Люблю Свена, это просто ты бам-бам-бам. И все, до свидания, парни. По-другому никак. А подумать. Так, что там сало? Сало, которое не салится, да? Угу. Дабл рейд. Предсказал. Поехал. 43 плюс 10. СФ, где стоит вард вражеский? Давай, давай вот так. А будем угадывать. А чё, у нас читер в команде, что ли? За голос. А, чемпион мира, нихуя. Вот это и оно. Прикиньте, вот, вы просто запускаете катку, хоп, а у вас чемпион мира в команде. Ты такой, здорово, пол-второго. Так, мне силу желательно, да, но я стою против супер противной линии, два ранжевика будут меня попинывать. Привет, Травоман. Можешь, пожалуйста, пропиарить. Давай вот так хочу сделаем, стать наверное. Начинающим стримером. Давай ссылка вот так, удалена. Наверное. Аноним, спасибо большое за 4000 рублей. Спасибо за поддержку. Ну, я не пиарю какие-то другие твич-каналы. Мало ли чем ты там занимаешься, а вдруг ты вообще говоришь, что дота это от лукавого и вообще любите девушек, парни. Мы такое осуждаем. Поэтому у меня рекламы нету. Я не знаю, почему ты решил 4 куска прям скинуть. Спасибо, конечно, но... Чего страшного? Как бы у меня такой услуги нету. Ты с отсосом? Пососешь? Деремся? Нет? Давай. Убьем его, убьем. Наш. Наверное. Подблочу тебя немножко. Все, на базу поехал на врескине, кайф. Нормально попинали. Wherever you are. За окном лето, жара. Арканки в доте все еще нету. Мой розыгрыш поможет. Я запускаю июльский розыгрыш на 20 аркан. 20 месяцев Dota Plus и 40 тысяч фрибетов. Все, что нужно сделать, зафоловиться на телегу и нажать кнопку «Испытать удачу». Так что переходи по ссылке в описании, и пусть тебе повезет. Так, у меня два ренджа по плану, да? Да, так и есть. Есть пробитие. Ну, я накинул, потому что по двоим стан не дать это грех, как бы. Я связан кодексом. И не зря, ребята, и не зря. Как же мы красиво раздали сейчас. Жалко, я фулл пачку потерял, конечно. Но Семен Палыч там раздал стелька, кайфует. Вот я не из тех керри, которые стоят и ФК крипов долбят, понимаете? Если со мной парень идет, щемит пацанов, один на двоих баканов. Что тут коротко? Да, вообще без шансов. Погнали уничтожать. А че он так АФК стоит, не понял?
Может, топулю взять, да? Раз мы чисто бегаем, избиваем, топулю возьму себе. Варкрайчик, давай. Ever you are. Есть. Хорошо. Да. Офигеть, сколько отскоков. Какая же белка сильная с этими орехами теперь? Современными. Я тапок взял, готов есть еще махаться с ним. Если ты начинаешь сосать, я могу запереть. Да, давай. На третьем левеле, давай. Окей. Okay. Let me down too. Сколько есть урона? В два раза увеличится, надо брать. Если драться, то только с лотусом, давай, на... толкай линию, похуй, толкай, толкай. Он банды свои нажмет и... Надо за лотус подраться обязательно, мне мана не так много. Ля-ля-ля-ля. Давай, оп. Оп. Теперь по этому работаем. Я еще третий апл готов. Хорошо. Давай. Пробили их. Манго мне скормит, только у меня нету. Кого? Варлока нападай на варлока. Понял. А, ты сказал гоу-гоу, я думал, мы идем. Мы не поняли друг друга, я смотрю. Нифига он. У вас хит машина. На сайленсере чисто. Оп. У нас на нижней линии суета. Го-го-го. Это не сверху было. Го. Я выйду. Я без мана. Мана нету. Давай сюда. Во имя раздробленного шлема. Могло быть хуже, хотя нет, не могло. Да. В бой. Давай, давай за мной, мужик. Кайфуем. Да. Я иду на сорок. Начинай высасывать. Могу. Ну я хочу ПТ-ху уже все равно, хочу, да? Ну да, хочу. Пусть будет. Смотри, Лока давай убьем. Ладно, ладно, отходим, отходим. Вижен, скорее всего. Ушел, отошел. Хороший выбор. Найс. Nice. Хорошо. Белка у нас еще. Давай, это сюда, это сюда. Я не сдаюсь. Че дальше, момчик? Ну можно момчик, в принципе. 4 ассиста у меня, ребята. Саппорт пятерочка на месте. Работаем. Блин, под клареткой приятно, конечно. Под клареткой прям приятненько. Оп.
Она видит, что у тебя маны не хватает на ульту. А я хотя бы варды пойду уберу. Можем дальше бот убивать. Согласен. Почему бы и нет? Сейчас я запушу и под вышку можем за ним зайти. Под руну надо мудрости этот. Нормально. Нормально. Домой. Эрик сейчас полетит, я его убью сразу. И за руной поехал. Нормально, нормально, я у них испу забрал. Нас забрал. Все, кайфуем нереально, ребята. Я сразу на него нападу. Вообще кайф, ребят. Вообще кайф. На Sony приятно играть. Приятный герой, правда? Мамец беру, потому что на темпе шпилим. Как будто. А чё, они реально все просто пошли туда? Эх, катапульта умерла, да, по итогу? Будет сделано. И немного слотов не хватает, чтобы их убивать. Есть. Я сейчас приду на ВР-ку, терпите, терпите. Изи, изи. А, ты мог отойти. Домой. Домой. Давай, давай, глифчик, заканчивайся. Бам. Бам. Ребят, как же мы жарим? Какая же у меня большая пушка в центре, этот, в руках. Хорошо, шандарахаем. Бам, бам. Триггер робот. Это я взял. Блин, хоть сразу блинк бери, на самом деле, и уничтожать. Пока сноуболинг идет. 15 секунд я ее убью. Вичдоктор, не суйся. Че там у сайленсера под теха просто? Подходи, подходи. До броня, длительности, мэс. Так, стан лучше, Макс. Не ты, не ты. Нормально. Spark of Card, что-то урон дает, 16 урона, это много. Гобот, выйдем, убьем. Я сейчас шмотки заберу и в леса, и лес их заберу, скорее всего. 20 секунд, я готов в сало выходить. Линию он затолкал, поем прокачаем. На этот раз зелененький. Ну 5700 солидные, да, у меня? Мне 150 с руки просто, без ГДС. Чё вообще происходит? Атак спид, давай. 10 Warcry, 10 секунд, кстати, тоже прикольно. Не, это вообще, конечно, дабл кайф. Потому что мы вот это качаем еще теперь.
Красота. Что такое? Белка снизу. ВР-ка подошла. ВР-ка в молнии выход. Трек классный, лайкнутый у меня нет. Хочу тут вижу поставить. Ты визитоктора сильно не подставляйся здесь. Он на белке бегает. Клопёнышку. Штормхаммер замаксили. Для максимального демеджа. Смотрите, парни. Подойду. Какой там план у Сайлентера-то вообще, не пойму. Так и будет в центре стоять, непросто. Я 11-й уже. Вот так вот хочу взять. У нас катапа есть, можем что-то подбить маленько. Пробуйте, пробуйте. Не понимаю, где Сайлентер, ребята. Ну, очень интересно. А, они вдвоем играют теперь. Ты смотри. Что за братцы, акробатцы чисто. Может какой-то Бладторнси взять и все? Ну там просто не в кого особо прыгать с Бладторном. Так что с кайфом. Так, бегу к пацанам. Еще лучше. Your top tower is under attack. Дай топ, дай. Не обидно. Нет, я живой, живой. Сори, сори, не могу прийти. Оп. Че, умрет, нет, на выркет. А дерево отскакивает его, этот черешня. Отскакивает. А, понял. Ну, неприятно. А, какой же он быстрый на своей вырке, ёпрасота. Же хочется поймать, не получается. Ну вот что, МКБ или арчит, интересно? А, давай сюда, пора уже смещаться, как будто. 20 секунд и прилечу, но она очень слабая. Нифига, у меня маны, кстати, мало, я думал, я фуловый. Что-то один раз кнопку кинул, все закончилось. Мне Аганим снимает, да, ее историю. Можно Аганим будет затарить просто, как вариант. Суперменом полетать. Я думаю, хорошая история. Рубающий можно еще увеличить. Нафига, интересно. Фарм нормальный, да? 9000. Шестерка рекомендуемый. Ничего, так пойдет. КП слабо хилится, конечно. Порезали мощность. Лайфсил от крипов. Еще одна пачка подойдет. Что это было вообще? Почему он это со мной сделал? Спасибо, Андрей. Блин.
Пушим, пушим, пушим. Брат, хорошо. У нее на 25 ЛВ. Неразвеиваемый виндрен вроде. Штрая Милин, спасибо за 200 большое. Спасибо за поддержку. Ну я знаю. Так это ж когда еще будет? Мне кажется, сейчас это пока, ну, не особо актуальный момент. Кого там разрубили? Они глиф должны жать, я не хочу поэтому ГДС сандаливать сюда. Давай пообщаемся с тобой на Варлоке. Куда подошел? Ты видел, какой у меня большой? Ну ты что, дружок? У меня урона 400 просто. На 17 минуте. 400. Не подходи. Оно тебя убьет. Так, КД я взял. На год стрэнг. Все равно долго, конечно, КДшится. Только там у Эрта в этом плане поприятнее будет. Еще и голем. Он же голема еще. Ёпарцы-то. Он еще и голема потратил. Думаю. Так, надо подумать. Мне нужен вампиризм. Снизу заберу и вверх. Нет, как будто бы, да? Да, сейчас. Плевать на эту руну. Я бы дэмэдж как-то максимизировал. Но там, по-моему, и по урону это не сильно. Ну, вам рейс можно взять. Хотим еще забрать. Для го. Вот здесь больше всего урона будет, чем в амбрейсе. Давай, спешилиста Рейберу. Почти аганимчик, ребята. Да верните сплэш. Пойду с вами. Тут разор закачал. Тут все. Парень не умер. Все трое. Значит, я херню взял. БКБ-ха нужна будет? Ну, наверное, да. Наверное, я да, хотел нужна сынуться, будет. Чтоб, ну, уже задавить их здесь и разобрать это. Так, это я все купил. ВРК без БКБ. Перефарм солидный у нас, да? Ага. Это несем. Здесь, конечно, лучше в ханду выйти, чем в Дейдаус, мне кажется. Все, Супермен готов. Парни, я с огнем, я очень сильный. Кошевар. Бам! Не отпустить. Бам! Как же вкусно, ребята, как же сочно. 125 миллилитров водки. Как же это вкусно. Прямо на горячие макароны. Блин, вот на Свене играю не часто, но каждый раз пипец как кайфую от процесса, честное слово. Ну он просто слишком сильный, типа на нем постоянно играть, ну нет прям какого-то вайба, да? Но вот изредка зайти просто поколошматить мечиком. Блин, сделать. Просто кайф. Просто кайф. Еще лучше. Ну в этого как будто плохая идея. А че, мне хардовый, ну, что ли? Нет. А зачем он это все танчил, я что-то не понял. Мы очень быстро сломаем ботфа, они готовы тут драться. Это забрал, сюда пошел. У меня ульта есть, я бегу. ДС есть голову. Два раза его сейчас. Че ты так с варлоком-то? Готер за тебя, чтоб не мучил. Поехали. Чтоб не мучил жопу спрятал.
Че, надо хайграунд, пойдем. Никого не видно. Домой. Домой один, домой второй. Минус вышечка, хорошо. А можешь хотя бы посмотреть канал по оформлению? Кайф, персонаж. Парни, ассистанс. Не закрыл на ШД. Ну ладно. А, мне курицу убил, черт. Кто это был? ВРК? Или что? Все, отдыхаем. Так, во имя Чернобога, спасибо за 200. Что это за трек такой? Без осужденки? Нет, я что-то не пойму. Видеоряд вроде хороший. Так, да что так с Варлоком? Да он сам, а я-то что? Я просто мимо проходил. Это за заруба, что сам это? Понимаешь. Вот, на ней спасибо за 200, канал посмотреть по оформлению. Давай гляну. Я не знаю, ну обычный канал. База есть какая-то, хорошо. Самое главное это контент, брат. Можно стримить там с вебкой, как в подвале, и ничего даже видно не будет. Но если человек делает хороший контент, его все равно будут смотреть, понимаешь? В этом плане к оформлению. Знаешь, оформление это когда ты уже все и так вроде совсем разобрался, и можешь уже до оформления заехать. Вот так вот, в моем понимании. Смотрят не за оформление все равно. Смотрят за скилл. Правильный чатик? Я же прав? Вы за скилл смотрите или как? Че, Рошана забираем? Я думаю, без него закончим. Бекобеху может взять. Вот у меня на стриме как бы, да, высокоуровневая трансляция именно с большим уровнем скилла. Поэтому вот меня за это смотрят. Да, кто-то рофлит, например, постоянно там, какие-то шутки вкидывает, хотя играет на низких рейтингах. Такое тоже бывает. Ну, тут у каждого свой путь, да, в какой-то степени. Может зайти в этот портальчик. Не, вдвоем я не хочу, долго будем. Сафт нужен. Давай сюда. Потом быстро убьем. Он с реинкарнацией. Сейчас тогда уже ночь будет, я сверху варжу. Как хорошо она будет бить. Нормально, он просолил, да? На Witch Докторе. Уважаемый сделал. А че я, подожди, мне БКБ в кикбай, а я хочу БКБ-то вообще, нет? Надо подумать. Вроде не сильно хочу. Но я посмотрю еще, короче. Какой-то Бактарин может взять. А, он Ликин Сферу себе купил на ВРке, нифига себе. Под Сайлосом Лотуса нельзя собирать. Хорош, расколовочка уверенная была. Жестко-жестко, контрит Лотус и чал ультой своей. Так, Ханду забираем, правильно? Можно вот это взять, ребята, чтобы с Линкин Сферой не париться вообще. Что думаете? Рабочая тема? Броня Варкрайс, подключение замедлением God Strengths. Да, вот это, ну и то, и то фуфло, если честно. А где он? А где этот? А где этот добрый парень на Варлоке? Травыч, видел видос Ленса, у него на 12к ММР был 19 ранг. Почему у тебя нет циферок? Не разбираюсь. Очень интересно. Добили, кайфуем. Ну это вынос, ребята. Вынос вперед ногами, что могу сказать. Гебжин, спасибо за 200, спасибо за поддержку большое. Но у меня чуть другая история, у меня из-за того, что я вот такой полукиберспортсмен, полустример, меня в отдельную категорию вынесли, у меня в принципе рангов нет, потому что конкурентов нету.
То есть, да, у меня вроде ММР какой-то числится, но по большому счету это... Это кто вообще? Вот, по большому счету это ни на что уже не влияет. У меня нет смысла Габену ранжировать со всеми вместе. Ну, потому как мне он объяснил. Я сильнее не парюсь, как бы. Окей, пусть так. Капец, Варлока стерла, да? Офигеть не стать. Блин, мне даже жалко. Зашел парень в доту поиграть. Блин, а где он теперь? Скажи, да, и как он вообще там? Не, ну это Свен. Это Свен. Ты просто его пикаешь, как бы, и это вынос, парни. К сожалению... Для противников, в какой-то степени и для нас. Если бы герой был не такой прям простой, я бы его почаще пикал. Он мне действительно нравится. Он прикольный. Сука, ну что? Не уходи, ёпарса-то. Мы же только начали общаться. Резать! Рубить! Это Свен. Мне вообще пофигу. Я дед внутри. Может, каточка на Свене. Я хочу умереть как нормальный человек. ГГ, парни, молодцы, легкая. Бля. Ой, 15-1-6, ё-моё, ё-моё, что творится на этом стриме, я не знаю, ребята, но вы точно пришли куда надо, здесь только высокий скилл, только максимальный процесс. Я квест прошел на 3 звезды? На одну! А как я не успел нанести урон? А, блин, я же еще магического наносил. Да, 19, ну, там магия. Ну, блин. Противник слишком быстро умер. К сожалению. Ты посмотри на мой нетворс. Мы проиграли все линии, кроме моей. На нашей линии просто аннигиляторная пуша какая-то работала. Оно и видно. Сурово. Сурово, уверенно. Че, лайки раскидаем, пацана? Молодцы, старались. Утилизейшн на сайленсере. Брат, по моим билдам. Ну, надо еще реализовать. А где? А где момчик, скажи, да? А зачем брать, что нельзя засалить, если момчик не собирается? А? Такая вот история.